Да уж, ребята-то наглые. Очень наглые. Это прикольно. Давай-ка посмотрим повнимательнее на все это. Опять это с этого гребаного калаша стрелять не... А, смотри, как он сделал. И все. Ну да, он купил турелик, понаставил турелик. Ему не сильно-то поможет. И главное вычислить время. Хотя... Хотя там, скорее всего, заделал. А, ну, то есть он просто забор тупо делал. Двойной забор сделал, что ли? Вот здесь, да, двойной забор у него получается. Там он постов поставил. Турельки. Горять он не стал. Ну, это я все турели разрушу. Мне задняя часть здания нужна. А вон там турельки он поставил. Смотри, какой умничка. Где там еще что есть? Да, смотри, как турельки понатыкал. Старался. Их сейчас сети нету, надо будет период времени, пока их нету, чить. Так, ну вот это вот я сшибу все, это не проблема. Здесь тоже я все пошибаю, это мои стены вообще. Пока только торт какой-то зашел. Не, я свой дом-то отвоюю, по-любому. Наверное, что они там полагают. Только за день 20 тысяч серы, за 2 дня 40, 60, все равно мало. Это мало. Они нас, скорее всего, тоже умеют рефанить и тоже будут подряд рейдить. Это может стать проблемой. Хотя у меня пулик есть, очень-то и рисует. Там с зажигалками, ракетами они быстро все спекутся. Турели. Сколько мне их там уничтожать? Ну, полчаса максимум. Так, час у вас, в принципе. Там с сишками пробиться. Двойной. Двойной. А мне интересно, а если попробовать их разрядить, там много патронов-то? Или он жадный, просто не доложил даже патронов. Короче, порядка 500 патронов там всего лишь лежит. Ничего такого сложного нету. 2 минуты на разрядку. Эй!
боже. Ладно, скажу, пока присяду. Обожаю эти заборы и терпеть их не могу вот за это. Ребят, ну, полезное занятие. Кстати, за ними турками вот надо выставлять, особенно на возвышенность. Такс. Так, 3,5. Как-то поудобнее складывать. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Говоря, брожу тут по новой артехе. Пытаемся понять, так сказать, работает на дизельном топливе, это ясно. Куда складываются ресы, вот это вот, блин, интересно. Господи, я-то думал, они добавили что-то поинтереснее, честно говоря, такой шлак добавили, что ж дальше ехать не. Меня админ сюда закинул, сам не может разобраться, что к чему. Так, ну это довольно-таки даже забавно. Половина этих закрыта, почему? Хрен поймешь. Артеха-то интересная, но она пустая. Красиво сделали, но, блин, пусто. Вот это... А вот это прикольно. Хрена не дают. Ядрить напополам. Да, слушай. Ха, не, слушай, прикольно. Это он, получается, камень добывает. А, МВК. Не, ну слушай, что они так сделают, я не ожидал. Ну, красиво, красиво. Они бы лучше все карьеры вот заменили вот этой вот фигней. А то карьеры тоже смотрятся как-то через одно место. Не, ну они умеют делать, они еще ж собираются официальные сервера, я не знаю, может в этом вайпер сделали, до 10 тысяч карту расширить и официалки там до 1000 человек забельбенить. Еще сколько там, 3 или 4 новые РТХи добавлять. Ну это да. Только видишь, вот такие вот артехи, это прикольно, конечно, но они как-то пустоваты. На них бы хоть, не знаю, там, 2-3 ученых там поставили, чтобы они респались раз в час. А то как-то бегаешь, бывает, и так пустынно. Пока тебя не пристрелят, правда, ну да ладно. А, не, ну тогда нормально, слушай. Ну тогда хорошо. Ох, ни хрена, тогда вообще прекрасно. Значит, имеет смысл хотя бы от такой артехи. А то они, помнишь, когда артехи начали добавлять, они писец пустые были. И сколько он так накапывает, кстати, в час? Или там, не знаю, в минуту?
Бля, не, ну они и хереть сделали, молодцы. Вот все бы карьеры на это заменили. Летать-то не умею. Не, прикольная штучка. 55. Интересно, я могу сдохнуть от него? Блин. Турун-турун-турун-турун. Очень красиво смотрится. А, БГ Грейт. О, блин. Ну ладно, я уже привык так. БГ Грейт. Надо написать себе. Сразу запомнить. Как будет удобней. Первый час на сервере. Вот уже что смог замутить. Еще бы двери бы не помешало, конечно. Поболее бы. Может, тебе здесь окно тоже сделать? Или. Да, лучше окно сделаю. Не видно ни хера, ну да ладно. Ладно, это сейчас не столь специфично. Сижу пока тот сервер еще смотрю. Наблюдаю, так сказать. Когда эти хрендели зайдут, я решил план сделать. Когда они будут заходить, я сразу за ними зайду, типа. У нас prime time совпадает практически. Хотя я чувствую, они смогли понять. Я не знаю, друзья мои, но большинство народа, когда видит то, что стандартный крафт стоит, они на сервер не идут. Есть надежда, конечно, что они вообще заходить не будут, я смогу спокойно там раздербанить ихнюю построечку. Чё? Контент, контент. Ё-моё. Так, чего у тебя тут еще наплавилось? Блин, мало. Больше надо. Мне надо больше. Это 8, это разделить. План. 4000 скрапа. Я могу вторую печку, кстати, впендюрить. Я решил сразу, как говорится, голову себе не манать всякой фигней. Сразу начать уж по полной делать, строиться. Игра на двух серверах, друзья. Ну, это в действительности будет тяжело. Я третий уж сервер не буду брать, тянуть. Еще хочу на этом отстроиться. На этом, хотя строиться будет намного мне проще. Мне всего лишь нужно будет 300 тысяч МВК. Это надолго я удал. Так, все, двери закрыты, все пошли нафиг, мои печки. Правда, все, начал регениться печка. Потихонечку. В общем-то, пока в шкафу не было ресурсов, она начала умирать потихоньку. Это вот мне не понравилось. Вообще прикольно-то. Скажу. Так. 4, давай-ка я вот так вот закину. И пока так доплавь. Блин, я сейчас ничего не сделаю. Я на болотный лагерь. Попробую на болотном лагере крабчика взять. Блин, ЛР-ку бесполезно брать, все равно патронов нихера не умеет. Ну ладно, там побегаю еще, что пособираю еще ресиков. Блин, мне кирку надо нормальную. Мне нужен второй верстак. Так, стоп. Убираем. Это у меня будет на тот случай, если пока я буду спать, мне расхреначит домик в ноль. Завтра выходные хотя бы. Пожалуй, единственный бонус, который у меня пока есть. На сервере пока мало народу, это хорошо. Я хоть могу спокойно развиться. А на том сервере, кстати говоря, 4 человека. И все одиночные игроки. Скажу. Нормально уже прогружается. 4 человека и все одиночные, кстати. Ну, на фантастик, как всегда.
Остальные я не знаю. Мне уже не интересно заходить на сервера, ей-богу, с этим долбанутым инстакрафтом. Ну, если вам нравится, конечно, как я сношу постройки, блин, вместе с фундаментами. Потому что уже взрывчатку, я не знаю, она лезет из всех щелей. Мне такое не нравится. Мне нравится, что ты лут ищешь. Вот здесь на сервере можно найти лут. Ну, хотя бы надежда есть.